мы даем возможность и решить глобальную проблему, поучаствовать, скажем так, в решении формирования основного закона Российской Федерации, но и, собственно говоря, не уходить как бы от наших местных простых как бы проблем, ближе, которые близки каждому из нас, которые мы наблюдаем из своего окна, в своем дворе. И, конечно, история голосования за объекты, за благоустройство пространства, которое за моим окном, это здорово. Получить близ своего дома прибранную, ухоженную, благоустроенную территорию, это самое простое. Нужно прийти и проголосовать. Очень приятно, что активное участие в голосовании принимает и молодежь. Сегодня голосовать имеют право ребята, начинающие с 14 лет. Но поскольку они продвинуты, то, конечно, масса уже поступлений, обращений через электронный портал голосует за среду. Комфортная среда – это важно, это наше развитие, это те средства, которые мы получаем не из городского бюджета, а из федерального, из областного частично. Здесь очень важно правильно их распределить, правильно направить именно туда, куда наиболее важно для людей. Поэтому мы, с одной стороны, слышим мнение людей, хотим его слышать. С другой стороны, люди должны тоже выразить свое, принять участие в этом.